Чрезвычайное происшествие в Средиземном море. У берегов Ливии мигранты попытались угнать турецкое торговое судно, которое оказало им помощь. Более 100 человек подавали сигнал о бедствии, но когда поднялись на борт, то захватили танкер и приказали капитану взять курс к берегам Европы. На море была развернута спецоперация, которая продолжалась несколько часов. Задействовали вертолеты и экипажи пограничной охраны. В итоге военные Мальты взяли контроль над судном. Оно вошло в порт Валетты, 4 угонщиков были задержаны, всех остальных мигрантов вывели на берег под конвоем.